Добрый день. Что-то случилось у вас? У кого? У вас. У меня нет. Нормально? Абсолютно. А что должно было случиться? Интересно вам снимать что? А вы хотите ко мне обратиться? Я с вами вообще не хочу даже разговаривать. Не, ну вы мне что-то сказали. Я не с вами общаюсь. А? Я не с вами общаюсь. А, вы не со мной общаетесь. Спасибо. А вы знаете, что вот этот автомобиль нарушает правила дорожного движения? Чем он нарушает? 10 метров от перекрестка. Померьте. А? Померьте. Да? Да, по-моему, есть. Тогда чем он нарушает, если вы говорите сами, что есть 10 метров? А? Я сказал, 10 метров есть? Это ваш коллега сказал. Вы говорите, что надо остановиться до 10 метров от перекрестка. Да? Ну так, по-моему, тут нет уж 10 нет? метров. Да. Померить есть. Да? А вы ко мне обращаетесь? Конечно. Да? Предъявите тогда служебное удостоверение. Вам? Ну, конечно, мне. Если же вы ко мне обратились, сказали, тут есть 10 метров. Вы документы покажете свои? А на основании чего? На основании закона Украины. А закон Украины о чем? Что о чем? Ну, закон Украины как называется? В смысле, как называется закон Украины? Ну, да, по которым я обязан предъявить. У вас есть документы при себе? Приграничная территория? Да, есть. Город имеется? Есть. Значит, приграничная территория? Да. Покажите свои документы? Нет. Почему? Потому что нету законных оснований. Почему нет законных оснований? Ну, потому что. Есть приграничная территория? Ну, правильно? Я подозреваемый. Вы? Да. Согласно закону. По ориентировке, может, и где-то и по своей. Ну, если вы считаете, что я подозреваемый. Смотрите ориентировку, нигде не подозревает. Да, действительно, может, я подозреваемый. Подошел тут и подозреваемый к вам, обратился. Подошел, не обратились. А? Вы даже не обратились. Ну, я обратился, то, что ваш автомобиль нарушает правила дорожного движения. Есть 10 метров от перекрестка, есть, он да? не нарушает, да, правила дорожного движения. А вот у меня возникло мнение, что нету. Вы ж не вас не будете. Вы ж не будете возражать, если у меня, допустим, сомнения возникли, что тут нету 10 метров. Так померяйте, чтобы у вас не возникало. Ну, вы знаете, сегодня не захватил рулетку. Тогда чем могу вам помочь? Да? Ну, хорошо. Все, счастливого вам пути. Ну, я постою тут еще немножко.